Вау! Кажется, Чет стал настоящей звездой кей-попа. Но у каждой знаменитости есть лучший друг, который всегда придет на помощь. А потом я увидела в магазине эту юбку. О, смотри, кто идет! О, Тейлор! Привет! Какими судьбами? Да ничего, вот гуляю с Люси. Люси, привет! Будем знакомы. Ну все, я побежал. Вау, ты такой классный! Эй, Люси, ты чего? Чего это ты на Чеда так засмотрелась? Пойдем уже. Ну и ну, фанаты решили наведаться к Чеду домой. Где же он живет? Нам нужно его найти. Мы не уйдем, пока его не увидим. Упс, только не это. Чед, это кто? Это мои фанаты. И если они меня заметят, то ты больше меня не увидишь. Ага, я тебя понял. Но не беспокойся, сейчас я все решу. Одну минутку. Вот, это тебе. Откуда у тебя это? Пойдем. Смотрите, это же... Как похож на Чеда. Вот видишь, у нас все получилось. Спасибо тебе большое. Добрый день. Подождите-ка. Где-то я его уже видела. Да его же разыскивает вся округа. Стойте! Вы задержаны. Нет, вы меня с кем-то перепутали. Я пойду с тобой. Подумать только, сколько у Чеда подарков от фанатов. Это так приятно. Нужно отнести все в квартиру. Но Тейлор тоже куда-то идет с пакетом. Нужно поскорее от этого избавиться. Я уже почти пришел. Осталось немного. Бам! Ауч, как больно! О, Тейлор, привет, дружище! Ой, вот это мы стукнулись! Ну ладно, я пошел дальше. Заходи потом. Договорились. Наконец-то я притащил все это домой. Ну, где мои плюшевые мишки? Что? Что это такое? Фу, какая мерзость! Кажется, мы с Тейлором перепутали пакеты. И как можно было так захламить квартиру? Подожди, это же мой пакет! Там все мои подарки! О, нет! Концерты – это очень утомительно. Я так устала! Так, нужно снять макияж. Мои гримеры сегодня постарались. Вот это да! Мию просто не узнать! И как после этого верить тому, что мы видим на сцене? Некоторые фанаты так увлечены своими кумирами, что разглядывают их фотографии даже на тренировке. Эллен такая классная, но как мне с ней познакомиться? Погоди, а что она слушает? Да это же новый хит Чеда! Мне срочно нужно написать новую песню. Какая рифма, к слову, успех? Привет, ты чего такой кислый? Понимаешь, мне понравилась девушка, но она даже смотреть не хочет в мою сторону. Слушай, давай я оставлю тебе свой автограф. Тогда она точно будет твоей. Ну, можем попробовать. Главное, веди себя уверенно. Хорошо, что Эллен все еще тут. Посмотрим, что она теперь скажет. Эй, привет! Ты ничего не замечаешь? Хорошо, а если так? Ты его знаешь? Надо же! А ну иди сюда! Радость, сладость? Ой, что это? Тейлор, у тебя получилось? Поздравляю, дружище! Я же говорил, это всегда работает. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Эти фанаты просто не дают знаменитостям покоя. Смотрите, да вот же он! А-а-а, скорее! Что, автограф? Да, сейчас. И еще один. Но вообще-то я спешу. В следующий раз побуду с вами подольше, обещаю. Пропустите! О нет! Фух, я в безопасности. Но мне нужна помощь. Алло, Тейлор? Ты мне нужен, фанатки меня не выпускают. Так, девочки, разойдитесь. Мы тоже хотим зайти. Не положено. Фух, я еле к тебе пробрался. Вылезешь по канату из окна, а я пока поддержу дверь. Так, никто не видит? Отлично. Хорошо, что я любил физкультуру в школе. Да, вот это высота. Добрый день. А что это вы тут делаете? Пытаетесь ограбить чью-то квартиру? Я просто убегал от фанаток.
Да вы только посмотрите, какая Мия популярная! У нее так много фанатов! Мия такая крутая! А на меня никто не обращает внимания! Привет! Как тебе мой новый образ? А почему ты такая грустная? Посмотри, сколько всего у тебя есть! Постоянные съемки, концерты, интервью! Давай тогда поменяемся на один день! Вау! Да, это то, что мне нужно! По рукам! Вот это да! Эллен, тебе идет! Ты просто прекрасна! Последние приготовления! Теперь ты знаешь все движения! Вперед! Ну все, я пошла! Да что там происходит? Эллен, назад! Скорее! Они тебя сейчас задавят! Нужно закрыть дверь! Фух! Справились! Тейлор, привет! Что нового? Да вот, выставил фотографию в Инстаграм, а она набрала всего 12 лайков. Сейчас мы все исправим. Так, хорошие селфи еще никому не помешали. Вот так. Готово. Вот, немного фильтров. Отметим меня. Ух ты, мне уже не терпится посмотреть. Ого! Сколько? Да я теперь тоже звезда. Ну, я же говорил, что получится. Я своих фанатов знаю. Обращайся. Мия, это было нечто. Ты такая красивая на сцене. Просто шик. Да-да, спасибо большое. О нет, они меня и тут догнали. Стой, что с тобой? Мне срочно нужно в туалет, разве ты не видишь? Фанаты? Ой, да, они же не дают тебе прохода. Сейчас что-нибудь придумаю. У нас же есть этот чемодан. А, вот ты о чем. Здравствуйте, извините, расступитесь, мне нужно пройти. Нет, Мия занята. Так, хорошо, аккуратно. По-моему, никто не понял подвох. Отлично, получилось. Потихоньку вылезаем. Все вышло. Какая Эллен умная. Фух, так-то лучше. Упс, нужно спрятаться. Ой, уже половина шестого. Алло, Чет, мы же сегодня встречаемся. Сейчас только выберу себе наряд. Такс, что тут у нас? Серая футболка или серая? Пожалуй, я выберу серую. Нет, это не подходит. Не сегодня. А-а-а! Помогите! Меня придавило. Эй, Чет, ты где? Уже пора. Что? Что это за звуки? Ой, вот это да! У тебя так много вещей, что ты не можешь оттуда выбраться. Ой, это было трудно. Все, я готов. Наверное. По контракту звездам нельзя заводить отношения. Но, видимо, Чет нарушает правила. Ой, кепка, извини, пожалуйста, я как-то не подумал. Теперь я готов. Где свободный столик? О, это же Чет. Надо это сфотографировать. У меня есть для тебя подарок. Вот это да, как приятно, спасибо. О нет, Тейлор, знакомься, это Эллен. Мы с ней... Да я уже понял, я видел, как вы целовались. Какой ужас! Удали эти фотографии, пожалуйста. Эллен, отдай телефон. Это Тейлору. Ух ты, последняя модель. Я о таком мечтал. Какой хороший подарок. И цвет мне нравится. Популярность Мии не мешает ей быть с Эллен лучшими подругами. Глазам своим не верю. Это же сама Мия. Не могла бы ты оставить автограф? Я мечтал тебя встретить всю свою жизнь. Упс, извини. Мне нужно свериться с моим контрактом. Сейчас. Секундочку. Так, глава автографы. Артисту разрешено давать автографы всем желающим. Фух. Отлично, все хорошо. Вау, моя мечта сбылась. Ой, а можно еще и селфи? Стой, мне снова нужно свериться. Нужно подождать. Не смотреть. Так, вопросы для интервью, мой рацион. Ага, раздел селфи, пункт второй. Делать селфи с незнакомыми личностями строго запрещено. Но как же так? Да, твой контракт – это сплошные запреты. И не говори. Ну что поделаешь? Ой, да у тебя же шнурок развязан. Вечно он развязывается. Сейчас. Подожди,
А мне разве можно самой завязывать шнурки? Ой, артист не имеет права сам завязать шнурки. Ну и ну! Эх, ну что с тобой делать? Так не туго? Ну извини, я не могу нарушать контракт, ты же знаешь. Я это делаю только потому, что ты моя подруга. А контракт тебе нужно переписать. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!